На страже безопасности. Госавтоинспекция Иркутской области ведет контроль за состоянием улично-дорожной сети. В связи с ухудшением погоды сотрудники полиции призывают автомобилистов быть внимательнее за рулем. В условиях снегопада, метели и гололеда снижайте скорость и увеличивайте дистанцию до впереди идущего транспорта. Откажитесь от частых перестроений, обгонов и других резких маневров. Это значительно снизит риск попадания в ДТП. Уважаемые водители, настоятельно рекомендуем учитывать погодные и дорожные условия, техническое состояние своего транспортного средства. При ухудшении погодных условий по возможности отказаться от поездок. Информация об ограничениях и перекрытиях отдельных участков автомобильных дорог Иркутской области оперативно размещается на официальном сайте Госавтоинспекции, а также в социальных сетях.